Привет! В эфире Выдумщики.ру и с вами я, Любовь Шаниман. Сегодня я предлагаю вам сделать идеальный подарок для любой девочки от 2 и до 15 лет. Конечно же, девочка и в 30 будет рада такому подарку, но указанная возрастная категория будет просто визжать от восторга. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в нем вы узнаете несколько секретов по работе с блестками, отдушками и обычными синтетическими красителями. Для изготовления идеального подарка нам понадобится мыльная основа «Актив Десерт». Ссылочка в описании. Открываем нашу восхитительную мыльную основу с текстурой мыла мороженого. Это текстура настоящего облака, и с ней работать очень-очень просто. Итак, все, что нам нужно, обычный стеклянный стакан, в который мы положим необходимое количество мыла мороженого. Посмотрите, какая текстура. Это фактически настоящие взбитые сливки. Аналогов этой мыльной основе нет ни на российском, ни на европейском рынке. Конечно, она отличается от остальных основ. Часто ее путают с основой Актив Крем, но на самом деле у нее совершенно иная структура. Посмотрите, здесь мы видим мыльную основу, которая не держит форму, а Актив Крем держит форму, и если вы сделаете верхушку на капкейке, она сохранит свою форму. Здесь же мы работаем с текстурой мыла мороженого, то есть из нее идеально мыло, которым здорово пользоваться в бане или в ванной комнате. Мы добавляем краситель. Я выбрала красный, обычный синтетический краситель. Надо сказать, что если вы делаете однотонное средство, то нет никакой необходимости тратиться на дорогой пигментный краситель. Ссылочку на этот краситель вы найдете также в описании под этим роликом. Итак, добавляем фактически одну каплю на весь наш объем. Тщательно вымешиваем наш краситель в нашей воздушной волшебной массе. Нам не нужно ее нагревать, плавить. Нам не нужно танцевать с бубнами, чтобы сделать это средство. Фактически его идеально делать прямо на пороге. Вам нужно идти в гости. Вы можете взять эту основу и сделать из нее просто волшебное, восхитительное средство, которое однозначно удивит любую девочку. Я предлагаю обогатить эту основу отдушкой клубника со сливками. На объем в 200 мл 12 капель отдушки. Я предлагаю усилить эффект мимими и добавить сюда фиолетовые блестки. Если девочки любят единорогов, если им нравятся пони, то это средство вызовет у них просто неподдельный восторг. Абсолютный вау-эффект. Посмотрите на эту текстуру. Что у нас получилось? Это нежно-розовая консистенция, воздушная, с переливающимися блестками фиолетовыми. Берем банку на 250 мл, ссылочка на нее в описании, и перекладываем наш клубничный зефир в эту банку. Рассчитать идеальный объем для баночки, когда вы работаете с кремообразной основой, довольно сложно. И сейчас я вам покажу один лайфхак, что нужно сделать, если вы неправильно рассчитали объем. Ну вот смотрите, в мою баночку войдет еще немножко средства, и она сейчас выглядит не очень богато, то есть не до краев полная. У нас есть обычная основа, конечно, она без отдушки, но это совершенно не страшно. Я предлагаю прямо сверху маленьким облачком положить белую основу. Вы получаете эффект сюрприза. Банка выглядит у вас розовой, но при открывании человек видит нежное белое облачко. Отдушка в процессе хранения, конечно же, передастся и белой основой. Это не твердая мыльная основа, поэтому даже краситель частично будет мигрировать в это белое облачко. Но если вы сделаете это средство непосредственно перед тем, как презентовать его, то эффект вау вам обеспечен. Сейчас мы берем блестки,
В данном случае я предлагаю работать уже с пальцами. И посыпаем наше белое облачко блестками фиолетовыми. Вот посмотрите, в баночке это выглядит как обычная розовая зефирка. Но когда вы ее открываете, вы видите восхитительные блестки. И когда вы их чуть-чуть поденете, то увидите там еще белую сердцевинку. Это очень красиво. Берем палочку. Нет стеклянной, возьмите деревянную, возьмите обратную сторону ложки, все что угодно. Сейчас мы сделаем с вами рисунок на этом мыле. И вот так зацентруем. Если вам нравятся наши быстрые и результативные рецепты, обязательно поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал. Нам будет очень приятно. А также напишите в комментариях, попробовали ли вы сделать это быстрое и очень классное средство. Понравилось вам или нет?